В данном уроке мы рассмотрим с вами работу рук в латиноамериканских танцах. В частности, мы разберем с вами движение рук из стороны в сторону и раскрытие рук вверх. Исходное положение, вторая устойчивая позиция. Перед собой поставьте правую ручку, согнутую в локте. На раз у нас локоть будет подниматься вверх, это первая точечка. Дальше на два у нас ручка открывается в сторону, полностью выпрямляется, ладошка смотрит в пол. На три ладошка разворачивается у нас в потолок, локоток начинает сгибаться, это у нас третья точечка. И на четыре мы ручку подводим к себе, возвращаем ее в исходное положение, это четвертая точка. И раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Поменяем ручку. Поставьте левую перед собой. Раз, локоток. Дальше выпрямляем. Два. Разворачиваем ладошку. Три. И подтягиваем к себе ручку. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь соединим обе руки одновременно. Левую руку во вторую поставили позицию, правой перед собой. Начинаем движение правой руки, локоток у нас двигается вверх, раз, да? И в этот же момент у нас левая рука разворачивается ладонью в потолок. А раз, локоток чуть-чуть сгибается. Дальше на два, правая рука раскрывается в сторону, полностью выпрямляется, ладонью в пол смотрит. А левая рука у нас подтягивается к себе, то есть перед собой мы ее ставим. Два. Дальше. Левая рука у нас, локоток у нас поднимается вверх. Правая рука у нас разворачивается ладонью в потолок. Три. И на четыре у нас левая рука полностью выпрямляется в сторону, ладонью вниз. И правую руку подтягиваем к себе, перед собой ставим. Четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. После того, как вы усвоили движение рук из стороны в сторону, давайте добавим еще работу лопатки. Давайте поставим ручки в сторону и попытаемся прочувствовать работу наших лопаток. Будем по очереди сейчас опускать лопатку, да? То право, то лево. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. После того, как вы освоили работу лопаточек, давайте их добавим в наше движение рук из стороны в сторону. Левая рука у нас в стороне, правая перед собой. Готовы. И раз. Вот уже лопаточка пошла. Раз. Дальше выводим. Два. На три. Теперь у нас правая ручка. Три. Почувствовали хорошо. Четыре. Левая. Раз. Два. Правая сейчас. Три. Четыре. Теперь приступаем к более быстрому исполнению движения рук из стороны в сторону. И раз. И два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Переходим к раскрытию руки вверх. Правая рука у нас поднимается через низ, диагонально к левому плечу перед собой, на раз. На два мы поднимаем вверх ее вправо. Дальше разворачиваем на три ее и опускаем кисточку вниз. Третью позицию у нас пришла правая рука. И на четыре опускаем ручку вниз. Раз, два, три, четыре. Раз,
два, три, четыре. Повтори все с другой руки. Через низ поднимаем левую руку к правому плечу. Раз. Дальше выводим ее вверх, влево. Два. Выкручиваем ее. Три. И кисточку опускаем вниз. Это же момент. И опускаем четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь чуть быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. С другой руки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. На этом урок окончен. Включаем музыку и тренируемся.